Добрый день, ребята! Сегодня я научу вас лепить маки. Я предлагаю сделать вот такое панно. Для работы нам понадобится пластилин трех цветов. Красный, зеленый, черный. Стека, картончик и досточка. С чего мы начинаем? А начинать мы будем с лепестков. С лепестков наших маков. Поделим красный кусочек на три одинаковых кусочка. Так. Теперь каждый из кусочков делим на четыре одинаковых кусочка. Раскатываем шарики. Сейчас работаем с каждым из шариков. Мы сплющиваем и формируем маковые такие лепесточки и придаем им форму, похожую на сердечки. Смотрите. Сплющиваем. Так, лепестки мы закончили лепить. Переходим к коробочке. Чтобы начать лепить коробочки цветочков, отрежем маленький кусочек пластилина. Смотрите, этот зеленый делим приблизительно на три части и берем третью часть. Отрезаем маленький кусочек. А оставшуюся часть делим на три одинаковых. Катаем шарики из этих трех частей. Маленький кусочек поделим тоже на три части. Катаем в шарики.
расплющим. Можно чуть-чуть меньше. И сделаем маленькие надрезики по кругу. Вот такие маленькие надрезики. Сформируем коробочку. Далее будем лепить листочки. Поделим оставшийся пластилин на 3 кусочка. Раскатаем 3 столбика. Сплющивая их, будем формировать листочек. Так как у листочка мака кончики резные, нам нужно заострить края. Это мы сделаем стекой. Так, сейчас покажу как. Вот так вот будем прорезать кончики. Наведем прожилочки. Из черного пластилина мы будем делать маленькие-маленькие шарики. Это будут тычинки. Можно отщипывать прямо маленькие кусочки и катать мелкие-мелкие шарики. Ну вот и все, заготовочки сделали. Сейчас будем собирать нашу картинку. Так. Формируем первый мак. Кончики лепесточков можно чуть-чуть приподнять вверх.
Вот. Кладем нашу коробочку. А вокруг коробочки черные тычиночки. Так. И листочек приклеили. Переходим ко второму маку. Все, ребята, наша работа подходит к концу. Я с вами не прощаюсь. Увидимся на следующих уроках. Пока-пока!